Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Модельяне, портрет Жанны Эбютер. 1919 год, холст масла, 91/73. Художник свою спутницу своей жизни Жанну Эбютер, Амадео Модельяне, писал часто, изображая ее с чуть склоненной головой, подчеркивая тонкие удлиненные черты лица, гибкую фигуру и заполняя ровным голубым, как небо, цветом глаз. Но при этом каждый портрет Жанны по композиции, антуражу и колориту – это совершенно новое произведение, выражающее такое удивление художника своей возлюбленной, словно он рисует ее в первый раз. На представленном портрете Жанна изображена сидящей в кресле. Она одета в нижнюю рубашку, волосы распущены. Во всем ее облике сквозит беззащитность и легкая блаженная слабость, какая бывает у человека, недавно вставшего ото сна. Мягкие цвета белый, охристый, голубой создают теплый и светлый колорит картины. Этот портрет жены и музы Модельяне написал во время тяжелой болезни, незадолго до своей смерти и гибели Жанны, которая не смогла перенести разлуки с любимым. Ну, вот такое описание картины Амадео Модельяне «Портрет Жанны Эбютер» я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Текст по книге «Великий музей мира». До свидания.